идем с мамой в магазин Холмс выбирать наши полочки на кухню. Тут больше тарелочки, кружечки такие. Тарелочка для ложечки, чтобы мешать что-то на сковородке. Ну, это какая-то желтая, ты такие не собираешь. А сколько это стоит? Family View. Это на сувениры можно такие. Под Версачи сделано. Прикольно. Дольчинка. Вот подносики мне надо бы какой-нибудь из этих купить. Вот с вишенками, как всегда. А то мой уже состарился. Все для выпечки. Вот такие формочки. Я, кстати, скоро буду рассказывать про Кейкен Бэйк Шоу. Там много таких, я думаю, получала формочек для кейков. Универсальные пакеты для кухни. Ножи в свободном доступе, не то что в Лондоне, а как он. Тут можно в любое место вставлять. А что это такое? Какие-то штучки. И вытаскивается. Интересно. Куча сковородок, целый отдел. Это еще для бутербродов и яиц. Такие штучки. Мя-мя-мя-мя-мя.
Вот такие вот разные прихваточки, мне так нравятся. Что тут еще, коровы? Они все такие. А вот еще бабочки есть. Так ими пользоваться. А вот так просто. Раз. И прихватил. И потащу. Еще сердечки для выпечки. Разные человечки. Моя девочка в Англии любила выпекать. И скалки. Все такое разноцветное, красивое. Смотри, какой коврик для горячего. А, для противня. Мамка что-то нашла. Для фруктов. Для фруктов? Нет, это глубокое, должно быть тоненькое. Не для чего-нибудь другого. Ну, может, 130. Турки. Может, 230. Чайнички. Здесь много всего. Заварочные чайники. Что говоришь? Две взять, две симметрии. Да. Она пластмасса? Ну возьми две, может на полку и поставим, хотя у нас она будет, наверное, тоньше. Ну посмотрим сейчас. Привет, мама! Мама, больно? Мамке ковшик понравился маленький, Тайлер. Вот эту фирму люблю. А сколько стоит? И был бы такой, такая же цена, но побольше. Ну да. А я-то побольше. Mm-hmm. А мне вот сковородочки нравятся такие. Ну, у нас есть такая. А так у нас не желтенькая. Ах, не желтенькая. И не зелененькая. Mm-hmm. Вон с вишницей. Mm-hmm. Прикольно смотреть. Да не, а сколько стоит? 400. Ну, я не готовлю вишницу с одним яйцом. У меня сразу три. Смотрите, какая ракета. Что написано? Термос настоящего мужчины. Ага. Мишки, мишки. Наши сердечко. Быстро. Да, вон еще акулу есть. Или кто это? Кит. Ой, какой китенок красивый. Ой, какой голубоглазик. Нравится? Мне тоже. О, какой китенок. В кроватке. Класс. Ну, вот такое постельное белье. Не знаю, что это, шелк. Мамка себе полотенчики нашла. По 89 рублей. Отлично. На кухню, да? Синенькие берем. Хватит, да? А таких нету, как ты хотела, вафельных? Ну, тут их много, надо искать. Это, наверное, банные все. Тут даже пижамки есть. Вот такая пижамка интересная. 2500. Материал 100% хлопок. Вот такие вот пижамки любят англичане. Красивая. Розовенькая. Смотри, вон какая розовенькая. Можешь мне купить такую пижамку? 2600 всего. Всего 2600. Люстры. Различные. Покрывалом 13 000. Огромная, пожалуй, будет натуральная шкура. Обалдеть, сколько надо было зверей убить, чтобы на пол постелить в каком-нибудь богатом доме. Столы. Вот полка, смотри, какая.
мы тут найдем нашу. Какой песчаный красивый звон. Вот такую я смотрела, но как-то она не очень какая-то изогнутая вся. Смотри, 600. Такая у нас есть в спальне у меня. 6 штук висит. Ой, сколько всяких подушек, на которых можно валяться. Пуфики, и вот они, полочки. О, как раз на синем фоне все это. А нашей нету. Сейчас будем искать. Наша, видишь, на заказ, ее только привезли на доставку. Интересно. Вот это хорошо так смотрится на белом, на синем фоне белое. Вот декор пошел, свечечки, вазочки, вот все цветы. Вон фоне, кстати. Красиво. Так, на камин поставить. Ой, васильки. Ой, как я люблю васильки. Ну, они какие-то выцветшие. Да? И ромашки. Это же ромашки? Ваза какая интересная. Ой, яблочко. Интересно, пуфик. Или это не пуфик? Пуф написано.
А что вниз головой? Автобус. Вот нашли полотенчики для кухни. Мы такие в Сейнсбурге покупали, немножко другие. Сейчас не можем найти, где в России такие продаются, вафельные. Руки вытирать хорошо на кухне. Что-то сготовил. Вытер. Какая красивая. Мне нравится. Тебе не нравится? Олив ойл. А есть еще контейнеры такие. Лимончиками. Во, уже к Рождеству и Новому году готовятся. Маме вон венок понравился. И сколько такой стоит? А, не написано, пока цен нету. Гномики блестящие. Мне, знаешь, тут какие игрушки понравились? Вот, часики. Прямо такие смотрятся. 600 почти рублей. Да, уже, пожалуй, Новый год. Все, осень настала, дети пошли в школу. Пора готовиться к Новому году. Опять совы продаются. Нравится слон? Елочки. А мне вон этот воробушек. Мамке сова понравилась. Берешь? 500 рублей. 500 рублей, Соня. Без совы обойдется. О, дрожь. Тысячи такие часы. Вот на такой кухне. С такими чашечками, тарелочками, цветочками. Красиво. Вот такой мне столик нравится. Очень красивый. И кухня в белом стиле тоже выглядит шикарно. Вот такую я кухню хочу. Белоснежную. С каким-нибудь синим. Или малиновым паркетом. И все тут тоже такое белоснежное. Красота. А это что, холодильник? А нет, просто полочка. А куда же холодильник? А холодильник вот сюда, наверное, место для холодильника. А тут всего две комфортки. Газетница, Санкт-Петербург. Это для газет. А кто тут у нас уселся? Хороший диван? Да, нет, нет, нет.
такой. Ой, мне нравится картина какая. Космос. Ой, какая красота для детей. И юникорн. И вот такая вот полочка красивая. The Secret of Moon Castle. Красота какая. Как я люблю такие сундучки. Можете приобрести в отделе декор. Такой стоит, интересно, декор. Не написано, сколько стоит. Надо посмотреть. А вот смотрите, как белая мебель смотрится на желтом фоне. Обалденно красиво. Боже мой, какая красота. Но наши, конечно, делают мебель красивую. Что не скажешь об Англии. И цветочки. Все, я нашла кровать мечты. 15-й автобус. Он ходит по Сити до Трафальгарской площади. Это единственный автобус, который еще остался даблдекер такой, старинный. Смотри, какие шторки. Все так красиво оформлено. Класс. Нравится мне вот такой малиновый цвет. Вообще такая кровать принцессы. А столик-то какой, туалетный. Вот такую, я себе такую предлагала полку. Ты говоришь, какая-то она объемная. А, над компьютером? Ну давай купим такую. А, так она 10 тысяч стоит. А мне вот, смотри, цветочек нравится. Home Garden. Боже мой, какая прелесть для девочки вообще. Королевство. А это для девочки Барби. В нежно-розовых тонах. Комодик, ночник. Все так интересно. Давно я не видела такой красивой мебели. А вот и Лондон. Ингланд. А вот еще шкаф-купе с Лондоном. 34 695. И это что за здание? Не могу понять. Наверное, Манор Хаус. Какой красивый прямо пол и колонны, крыша. Обалденно красиво. Ну а мы идем на выход. Нам надо забрать нашу доставку и, наверное, будем вызывать такси, чтобы доехать до дома, потому что коробочки тяжелые, по 7,5 килограмм не дотащим. Ну ладно, поехали. Ну вот, получили наш заказ. Две полки очень длинные. Идем в метро, решили такси не брать. Они достаточно легкие, думали, будет тяжело нести. Но они даже в такси не влезут, 1,5 метра длины. Так что, типичные скряги, идем домой, на метро едем.